Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день. В эфире наша ежедневная программа. Ведут ее Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Здороваемся друг с другом в том числе. Тянем руку через длинный стол. Да, напоминаем, что сегодня четверг, 3 ноября. Сегодня так получается, что у нас сегодня последний рабочий день на неделе. Впереди чуть более длинные праздничные выходные и просто выходные. 3 дня будем отдыхать. Пятница, суббота, воскресенье. В понедельник все выходим на работу. И надо сказать, Николай, накануне этих выходных продолжительных какие-то вот любопытные новости поступают. Ну, во-первых, стало известно сегодня, например, о том, что в Шевелях такие собираются построить школу в ближайшие 2 года. Эта история тянется уже много лет. Когда еще главой администрации, ну вот она ярко так разгорелась, когда главой Кировской администрации был Илья Шульгин. Помните, много было обещаний, споров вокруг этого участка. Это перекресток, напоминаю, профсоюзной и Карла Маркса. И губернатор Александр Соколов сегодня написал о том, что договоренности, в том числе с федеральным центром, достигнуты, деньги уже выделены. Так что стройка будет... Там проблемы-то эти основные были все-таки по собственности. Там вот были собственники участков, с которыми якобы не могли договориться. И там довольно еще сложная территория. Территория очень сложная, болотистая. Насколько я понимаю, да. Болотистая. ЛЭП там проходит, в общем, эти проблемы. Главное, что решение принято. Нужно решать. Вот это самое главное, что деньги есть, решение принято, но все остальное, я думаю, решат. Ну и новость, например, о том, что стадион «Динамо» будут реконструировать со следующего года. Ну, приезжал руководитель. Не может вас, как футбольного фаната в том числе, да, не радовать эта новость? Радует. Любого рода такая новость радует. Ну, а хотим мы сегодня поподробнее в рамках разворота поговорить о 2 темах. После середины часа нашим собеседником, надеюсь, станет Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Хотим мы с ним поподробнее обсудить те меры поддержки малых и средних предпринимателей, которые планируется реализовать в областном правительстве. Которое уже анонсировал, да, губернатор. Да. Во-первых, это продление упрощенной системы налогообложения на 2023, 2024 и 2025 годы. И, во-вторых, это сниженные, да, ставки непосредственно налогообложения. Можно так сказать, что да, ставки были снижены, и вот сейчас это снижение будет продлено. Насколько это скажется в положительную сторону, да, на предпринимательском сообществе нашего? И на ком, ну вот в частности чиновники надеются на то, что те предприниматели, которые за последние годы перерегистрировали свой бизнес в других субъектах, они вернутся к нам. И будут платить налоги у нас. Да. Вот об этом тоже позитивное тоже такое, конечно, якобы, да, движение, да, обсудим после середины часа. Ну и тема коронавируса, да, нам хотелось бы сейчас ее затронуть. Повод вполне конкретный. В наш регион, в наш город поступила вакцина и специальное оборудование для того, чтобы мы могли, ну, те, кто еще не привился, да, от коронавируса. И те, у кого уже срок прошел после, да, прививки. Да, наверное, самым беспроблемным, наверное, способом. Ну, на данный момент, да, через нос. Через нос. Да. Назальная возможность прививки от коронавируса. И сейчас у нас на связи Екатерина Ведякина, это заместитель министра здравоохранения Кировской области. Екатерина Эдуардовна, добрый день, приветствуем вас. Добрый день. Да, здравствуйте. Да, хотелось бы поподробнее и нам понять, и нашим слушателям рассказать о том, что же такое назальная форма вакцинации. Насколько мы понимаем, это та же самая вакцина «Спутник Ви», но уже не с помощью укола, да, традиционно ее можно будет вводить в организм, а вот с помощью вполне себе такой понятной конкретной процедуры через нос. Да, вы абсолютно правы. Действительно, для интраназального введения разрешена и существует, по сути дела, 1 вакцина. Это вакцина гамковитвак. Это всем нам хорошо известный «Спутник Ви», который в том числе разрешен и для интраназального введения. Вакцина есть во всех медицинских организациях. Для ее интраназального введения мы приобрели насадки-распылители. Пока мы их закупили 20 тысяч штук, чтобы понять спрос. Насадки-распылители, они тоже распределены абсолютно во все медицинские организации, поэтому любой человек, проживающий в регионе, в своей медицинской организации, по месту жительства или где ему будет удобнее, может пройти эту процедуру. Собственно говоря, каких-то особых показаний или противопоказаний, поскольку, ну, это та же самая вакцина «Спутник Ви», нет, но есть данные о том, что поскольку все-таки используется интраназальный путь введения, то помимо формирования
общего иммунитета с выработкой антител, все-таки при данном пути введения еще и активно формируется местный иммунитет, который препятствует внедрению вируса в организм в дыхательных путях. То есть некий блокпост у нас создается своего там рода, в дыхательных путях. Угу. Противопоказания, в общем-то, здесь будут те же самые, какие мы всегда озвучивали для спутника ВИ. Это все-таки вакцина для лиц старшего, взрослых старше 18 лет. Это противопоказания острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, после которых, после выздоровления, обычно дается 2-4-недельный интервал до вакцинации. Ну и, конечно, если были какие-то тяжелые аллергические реакции или, скажем, реакции на введение первого компонента КамковитВак. Тоже хочу отметить, что поскольку мы говорим о спутнике ВИ, вот при интраназальном введении нет указаний в методических рекомендациях о том, что может производиться вакцинация введение только одного компонента, потому что поэтому все-таки ориентируемся на то, что это будет вакцинация двумя компонентами с интервалом 21 день, как обычно. То есть, как и в случае, ну, как мы говорим, с уколом, да? Насколько эффективно интерназальное введение спутника ВИ, то есть насколько быстро начинает действовать эта медицина, эта вакцина, то же самое, что и по сравнению с обычным уколом? Да, по проведенным исследованиям данные точно такие же. Вот еще говорю, как я уже сказала, с акцентом на формирование, в том числе еще и местного иммунитета. Екатерина Эдуардовна, вопрос такой, мы к таким вот процедурам пока не привычны. Как-то специально себя готовить вот к этой вакцинации нужно, там, не знаю, нос промывать, чистить или что-то еще там делать? Или воздержаться от специально чего-либо. Промывать не нужно, вот опять же, если внимательно изучить методические рекомендации, просто нужно обеспечить свободное носовое дыхание, да, ну, банально высморкаться. Естественно, если есть какая-то проблема, ну, собственно говоря, это либо острое заболевание, если вы сейчас болеете ОРВИ, то вы и не будете сейчас прививаться, да, или если это обострение, скажем, хронического процесса, там, хронического гайморита, например, ну, аллергического насморка какого-то. Да, то, что нарушает носовое дыхание, это, конечно, будет являться противопоказанием. То есть либо нужно вылечить, войти в ремиссию или выздороветь после ОРВИ и потом проводить уже назальную вакцинацию. Но если человек придет в поликлинику с просьбой интерназально ему ввести вакцину, все равно специалист должен оценить, готов ли, да, пациент, собственно, к этой процедуре, вдруг действительно у него признаки того же, той же острой респираторной вирусной инфекции или что-то там еще. Да? Да, конечно. Ну, это, собственно говоря, как всегда перед вакцинацией идет осмотр предварительный врача для оценки показаний и оценки отсутствия противопоказаний, оценка состояния здоровья пациента, заполнение всей необходимой документации и затем вакцинация. Там вот я прочитал, такие рекомендации есть, что после того, как носик нам это впрыснут, там нужно какое-то время, по-моему, 2 часа там воздерживаться от еды, от питья, от курения и от чихания. Вот от чихания это труднее всего воздержаться. Ну, я понимаю, ну, да, что это непроизвольная реакция, да. Но, по крайней мере, данных о том, что нужно, скажем, какое-то повторное введение, нет, потому что понятно, что все равно вся доза, она не выведется в момент чихания. То есть, ну да, воздержаться от еды, питья, курения, сморкания в течение 2 часов после интраназального введения, это действительно рекомендуется. Ну, то есть, если чихнул, то снова бежать не надо? Не надо. Точно, да? Точно. Для ревакцинации такой способ вполне подходит? Да, конечно. И хочу обратить внимание, что по рекомендации Роспотребнадзора мы все-таки находимся на этапе ревакцинации через 6 месяцев. Полгода у нас. Не через год, да, а через полгода после предыдущей вакцинации или перенесенной болезни. Из медицинских учреждений уже поступает информация, может быть, уже активно начинают жители города пользоваться такой возможностью, привиться через нос, простым языком выражаясь, или пока нет таких данных? Нет, мы начали работать, уже несколько десятков человек привиты именно таким путем. Сама процедура наверняка немного по времени занимает. Не дольше, чем обычный укол. Не дольше, чем обычно. Но менее болезненно. В любом случае.
Да. И еще просто такой короткий вопрос. Вот некоторые привились уже, скажем, первой дозой спутника. 21 день еще не прошел. Да, ну вот могут ли они в качестве вот как бы повторного того, вместо укола использовать вот эту вот назальную процедуру? Ну, я думаю, что в этом случае уже нужно заканчивать вакцинацию тем путем, как таким начали. То есть укол плюс укол. Да. Понятно. То есть не комбинировать, а довести начатое дело до конца. Именно таким... по крайней мере, таких указаний по рекомендациям нет. Екатерина Эдуардовна, есть еще один вопрос. Я понимаю, возможно, сейчас невозможно будет так сходу на него ответить. Но вот там по своим знакомым, родным как-то общаемся в последнее время, потому что коронавирус-то он же остается, да, люди болеют по-прежнему. Конечно. С обеспечением лекарствами заболевших коронавирусом, как дела обстоят? Вот мы помним, что у нас бесплатные лекарства начинали выдаваться. Эта система продолжает действовать? Они выдаются, да? Изначально выделялось федеральное финансирование, но вот в этом году и в августе, и вот сейчас нам еще выделяются деньги уже из регионального бюджета, за что мы очень признательны правительству. И, в общем-то, есть все необходимые препараты для бесплатного лечения, для бесплатной выдачи пациентов, пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. То есть система продолжает работать. Да, да, да. Ну и вот эти 20 тысяч, да, вы сказали, комплектов именно для назального введения, насадок, да, так называемых, после того, как их запас будет исчерпан, новая партия, это пока вводная партия, чтобы изучить спрос. Спасибо. Спасибо за эту информацию. Екатерина Ведякина, заместитель министра здравоохранения Кировской области, была с нами на связи. Что заинтересовало, Николай, возможность введения назальным способом. Меня больше заинтересовало, чем укол. Да? Я вообще уколы не люблю. Вообще железо не люблю. Ну, первые вот эти 5 или сколько там волн коронавируса их было, не знаю. Сейчас объявили, что вроде 6-я закрывается. Да. Вот первые 5 волн я прожил без прививки, думаю, на этот раз я все-таки себя уговорю. Ага. Ну, и ранее ведь была информация о том, что, ну, это, правда, другая какая-то вакцина, да, которую можно назально вводить, вакцинироваться, она есть. Где-то еще в прошлом или в позапрошлом году еще информация появилась. В позапрошлом году была информация про великую таблетку, которую съел, и все кончилось. Но пока как-то с этой таблеткой, судя по всему, не получилось. Да. А вот этот вариант вполне такой удобоваримый. Да. Ну, мы еще попытаемся дальше продолжить эту тему раскрывать. Все-таки, наверное, интересует не менее нас и статистика. Собственно, да, что происходит? По заболевшим, какая сейчас ситуация складывается с коронавирусом. Прекрасно мы знаем, читая новости, ну, где-то сейчас в районе 50 Там, да, где-то 58, фиксируется, вот так вот, да. Это не такой большой уровень, как был, но, тем не менее, он никуда не девается. Буквально еще в сентябре было за сотню. Какой там, ближе к 200 подходило. Да, собственно, я не сдавал, увы, анализ в сентябре, этот мазок так называемый, но все симптомы, которые наблюдались у меня 2 дня, они говорили о том, что это был именно коронавирус, ну ладно. А супруга моя, кстати, да, была с подтвержденным диагнозом, так что вот волна, пришедшая в начале осени, да, с похолоданием, она была достаточно серьезной. Ну, давайте самое актуальное сведение сейчас получим у представительницы Роспотребнадзора. С нами на связи Любовь Басарыгина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Любовь Александровна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Давайте с самых актуальных данных начнем. По заболеваемости коронавирусом в настоящее время какие цифры, какая статистика, насколько серьезно этот недуг сейчас присутствует в нашей жизни? Ну, как вы выразились, данный недуг, он в нашей жизни присутствует. И никуда не делся, да. Да, он никуда не делся, к сожалению, он никуда не денется. Единственная разница, что на данный момент, в принципе, как и на всей территории Российской Федерации, у нас регистрируется снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Причем снижение уровня заболеваемости мы уже регистрируем на протяжении почти 4 недель. С чем это связывают специалисты? Ну, у нас для всех инфекций, скажем так, имеет место быть волновое течение, то есть рост, снижение заболеваемости. В принципе, мы с вами рост заболеваемости видели еще в августе, сентябрь у нас был высокий рост, и к октябрю он, данная волна стала немножечко снижаться, то есть заболеваемость у нас снизилась. Ну, это как бы это нормальное, естественное, скажем так, данного вируса, любого вируса ОРВИ, процессы. Также у нас связано с тем, что у нас на территории области вот данный штамм омикрона, его подвариант BA4, BA5,
начал циркулировать еще в начале августа, соответственно, к октябрю. Он у нас полностью занял нишу. Вытеснил, так вытеснил своих собратьев. Вытеснил геновариант микрома BA2, который мы видели в феврале, в марте этого года. И, соответственно, прошло определенное проэпидемичивание уже населения, и эпидпроцесс начал немножечко снижаться. Угу. А в чем особенности вот именно этого варианта сейчас, который, как мы привыкли говорить, гуляет у нас по городу, да, по региону? Он более мягкий, более злой там, или какие-то у него есть хитрые там пути проникновения в нас? В принципе, каждый следующий штамм омикрона, его подвариант, он более, скажем так, мягкий. То есть, вот, менее понятно, агрессивный, да? Ну, не то, что менее агрессивный, он, скажем так, легче протекает для человека. А, так, например, он более заразен, то есть более контагиозен, человек легче им заражается, но, соответственно, протекает он намного мягче. В основном это мы видим бессимптомные формы, либо ОРВИ. То есть у нас, конечно, удельный вес внебольничных пневмоний, то есть тяжелых течений, он по сравнению с тем, что у нас было, когда у нас циркулировала альфа, дельта, он нам, и это количество внебольничных пневмоний намного меньше. То есть научился вирус с нами жить. Ну да, я думаю, что мы по своему кругу общения, ну каждый из нас, да, вот мы же знаем, вот человек там почувствовал недомогание, ну признаки ОРВИ, да, сопли, извините, кашель, недомогание легкое, возможно, небольшая температура, и человек думает, что это такое, вот ОРЗ у меня или коронавирус, ну кто-то идет из интереса, сдает мазок, кто-то не идет, но зачастую, я знаю, вот буквально в сентябре люди с одинаковыми симптомами, один идет, у него результат положительный на коронавирус, а у другого отрицательный. То есть все смешалось, как говорится. Все да? болезни да. так примерно на один уровень пришли. Да. Что, а вот можно ли вот такой вопрос? Вот помните, очень такое популярное выражение было еще там год назад, коллективный иммунитет. Вот ну, что у нас, сейчас конечно... у нас с этим коллективным иммунитетом? Обладаем ли мы им? Да, есть да. ли он насколько у нас? Мы устойчивы? Ну, то, что касается коллективного иммунитета, вот, скажем так, те данные подсчета, вот, то, что нам рекомендовали брать за основу, чтобы посмотреть уровень коллективного иммунитета. В основном мы берем это переболевшие за последние полгода, официально переболевшие, и, соответственно, мы берем это привитые за последние полгода. На данный момент у нас, по предварительным подсчетам, коллективный иммунитет составляет около 11-12% от совокупного населения, но это, конечно, без учета тех... скажем так, заболевших, кто перенес у нас на ногах, да, не обращался в лечебное учреждение. Ну, конечно, он низковат, поскольку если придет какой-то новый штамм омикрона, его подвариант, да, вот смена возбудителя, смена штамма возбудителя, мы с вами снова увидим рост заболеваемости, поскольку все-таки пусть вакцинация на 100% не защищает нас от коронавируса, но, в принципе, такой задачи не ставилось. Она позволяет перенести это в более или легкой форме, то есть позволяет предотвратить тяжелые последствия вот данного заболевания. Что касается общего числа привитых в нашем регионе... Ну, тут тех, кого активно именно прививка, то есть тех, кто не год назад привился. Тут, да? Ну, тут не то, что разные цифры, но они отличаются. Вот, в частности, на том же сайте, общефедеральном StopCoronavirus.RF, говорится о том, что в нашем регионе более 800 тысяч привитых. Я напомню, у нас население 1 200 000. Да, 1 200 000. Но там еще подразделяется первым компонентом чуть поменьше. У вас какие данные? Какими вы обладаете? Это... цифры, которые, скажем так, данные с самого начала... Вот всей этой истории, да, истории, да, конечно, да, да, мы, это время, мы, да, мы начали в конце с вами 2020 года, да, прививаться, и вот это вот, вот, скажем так, это все количество, которое получило у нас прививки с начала... пандемии. То есть общая масса. Да, да, то есть там и в том числе и есть люди, которые, возможно, привились, потом не ревакцинировались и как-то успокоились. В общем, конечно, все. Угу. А вот да, данные именно по тем, у которых активно эта прививка сейчас действует, вот, можно ли сказать? Вот? Ну вот, когда я выводила информацию с официального, скажем так, сайта, который, куда заносятся, от Минздрава поступают все данные по привитым
от коронавирусной инфекции, у нас получилось, что примерно активным иммунитетом обладают, то есть были привиты за последние полгода в районе 112 тысяч человек. То есть примерно каждый десятый житель региона. Ну, так. Если когда говорили, что иммунитет порядка 11%. Да, если округлять. По поводу ограничительных мер. Ну, в связи с такой пока, слава богу, низкими цифрами по заболеванию, никаких не планируется вводить ограничений. Но я понимаю, что это от федерального центра зависит в первую очередь. Ну, вот вы знаете, как неоднократно, в принципе, у нас... Наш руководитель Попова Анна Юрьевна говорила, что на данный момент введение каких-либо дополнительных мер не требуется. У нас с вами на данный момент есть все инструменты, которые позволяют нам сдерживать заболеваемость. Та же самая, например, вакцинация. Вводить какие-то, вот знаете, у нас были в начале, ограниченные мероприятия, запреты выездов. Сейчас это уже не актуально. В принципе, если человек... привился, да, и соблюдает хотя бы элементарные меры предосторожности, мы не говорим о том, что нужно маски везде, ходить везде и поголовно, но, например, если он идет в лечебное учреждение, он маску одевает, да, поскольку там могут быть априори больные люди. Например, если он едет в общественном транспорте, переполненном, одевает маску, пользуется антисептиком, да, своевременно обращается к врачу при каких-то симптомах, то, конечно, у него резко, скажем так, снижается риск заражения. Поэтому я каждый раз говорю, уровень нашей заболеваемости на данный момент у нас с вами в руках. От того, как мы будем заботиться о своем здоровье, сколько внимания мы будем ему уделять, так мы с вами будем и болеть. Да, хороший вывод. Ну, вот не утопающих дело рук самих утопающих. Да, вы уже ответили на вопрос тоже, который хотел задать. То есть, несмотря на вроде бы такую положительную картину, по сравнению с тем, что было, все-таки каждый из нас должен задумываться и о масках, и о том, чтобы дезинфекцию проводить, и уборку влажную в своих жилищах и так далее, и на рабочем месте тоже следить за порядком и каким-то образом пытаться избежать проникновения этого вируса. В общем, бдительности терять нельзя, да? Конечно, у нас это вот эти вот меры, как вы сказали, профилактики, они у нас общие, в принципе, для большинства инфекционных болезней. Они у нас актуальны и для простого профилактики обыкновенных острых респираторных вирусных инфекций, которые у нас создают основную массу заболевших в сезон. Они также актуальны для профилактики кишечных инфекций. Поэтому соблюдение элементарных правил личной гигиены, конечно, снижает риски заражения многими инфекциями. И последний, наверное, вопрос. Любовь Александровна, прогнозы, что будет в дальнейшем? Какие факторы тут могут сказаться на том, чтобы заболеваемость у нас начала расти? Постучать, конечно, хочется. Вот стучу немножко, да? Ну, мы видим с вами рост заболеваемости, когда у нас, скажем так, проходит какая-то новая мутация, данного вируса, появляется какой-то новый его подвариант штамма или новый штамм. И, соответственно, когда этот штамм новый появляется, он приходит на какую-то территорию, и именно с ним мы видим рост заболеваемости. То есть, если придет новый штамм, соответственно, будем ждать роста заболеваемости. Если у нас пока останется вот именно подвариант штамма омикрон BA4, BA5, соответственно, у нас будет заболеваемость примерно вот на таком уровне или чуть-чуть пониже, какая она есть сейчас. Любовь Александровна, обычно новый штамм, когда появляется где-то, об этом сразу будут сообщения. То есть он не у нас в Кирове появляется где-нибудь там, либо там в другой стране, либо в каком-то другом регионе. Пока-то нет информации, что где-то что-то новое появилось? Ну, пока, скажем так, нет, что появился бы новый штамм, который бы начал бы активно распространяться по регионам. У нас в любом случае данная информация, если она поступает, она у нас всегда публикуется на официальном сайте нашей Федеральной службы Роспотребнадзора, то есть там можно посмотреть. Ну и, соответственно, в СМИ обычно это освещают. Ну а сколько раз и в какую сторону штаммировать он может? Предсказать это очень сложно, конечно. Это практически нереально предсказать, к сожалению. В общем, всем нам стоит привыкать к тому, что вот именно это заболевание уже... Это навсегда. Да, навсегда. Оно будет с нами теперь. Ну и, соответственно, держать всегда в голове, что профилактика
как профилактика наряду с другими заболеваниями, тоже она у нас должна носить такой системный характер. Спасибо большое за этот комментарий. Любовь Басарыгина была с нами на связи. Такие подробные данные озвучила специалист, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Ну вот как еще в народе принято, да, раз погода сырая, вот, не морозно, да, и не тепло. Соответственно, наверное, вот эта вся простудная зараза будет распространяться. Да, вот сейчас, мне кажется, такое достаточно благоприятное время. С другой стороны, Володь, если я успею, короткую историю. Вот буквально недавно ездил в Москву, мы сели в поезд «Вятка», там к нам в купе подселили 4-го пассажира, который всю дорогу кашлял, чихал, сморкался, там не знаю, что делал, температурил, таблетки пил. Что удивительно, вот за все это время от Кирова до Москвы никто из нас остальных троих пассажиров ни разу не вспомнил про слово «ковид». Уже только выйдя, условно говоря, из вагона, я вдруг говорю, а что, почему все молчите-то? А вдруг он ковидный? А год назад мы бы, просто не пустили бы в вагон. Начали бить. Помнишь же, тогда мерили тревогу, температуру и все прочее. Да. Вот, то есть как-то вот в этом плане, в чем права, видимо, наша вот собеседница, что ну, надо бы контролировать процесс. У нас подошло время небольшой рекламной паузы. Через минуту мы вернемся. Продолжается наш разговор. Вот сейчас Николай Голиков вспомнил эту историю, да, из поезда. Человек чихал, кашлял, и никто даже не вспомнил слово «ковид». А я, переходя к нашей следующей теме, тоже вспомнил историю. Разговор мой недавний с одним знакомым. Я, ну, как-то так вот получилось, что я не знал, чем конкретно он занимается. Он, оказывается, предприниматель, и я начал расспрашивать его, где ты, на какой системе налогообложения находишься, в каком городе, возможно, зарегистрирован. Он говорит, в Екатеринбурге. Ты спросил, почему? Двоюродная сестра там живет. Ну, нет, я, конечно, шучу. Проблем, потому что много у нас здесь, в Кирове, в Кировской области. Ну, прям отношение налоговой службы у нас и за пределами нашего города во многих субъектах, оно намного легче, проще. Разница. Да, разница. Везде по-разному, везде своя особенность. Ну и вот, да, мы сейчас будем обсуждать эти планируемые преференции, льготы, продолжение, в первую очередь, упрощенной системы налогообложения на 3 последующих года и новые налоговые ставки. Как оценивает это все предпринимательское сообщество? Исключительно ли тут все положительно? Мы сейчас будем говорить с Андреем Усенко, президентом Вятской торгово-промышленной палаты. Андрей Леонидович, добрый день, приветствуем вас в прямом эфире. Добрый день, коллеги. Добрый день, рады, что связались с нами. Давайте суть вкратце поясним, в чем заключаются вот эти предложения, потому что ну, нам, может быть, тоже до конца не ясно, не совсем. Ну, смотрите, предложения, озвученные губернатором, если очень коротко, в первую очередь говорят о сохранении действующих в настоящий момент ставок по упрощенной системе налогообложения и налогу на имущество. То есть те ставки, которые есть сейчас, не вырастают, и по ним не вводятся дополнительных условий. И очень важный момент состоит в том, что эти ставки принимаются, по крайней мере, в действующей редакции на 3 года, 2023-2025. Бизнес в данном случае получает предсказуемость развития ситуации. Не так, как раньше ставки принимались в процессе, иногда уже исполнение бюджета. Ну да, как-то в феврале аж было, принимали новые ставки. Да. Ну, однажды даже в июле мы принимали. А, да, было и в июле. То есть некий вот, поэтому это... горизонт планирования, да, такой появляется? Появляется предсказуемость, появляется стабильность, возможность бизнес-планирования. И это принципиально важный момент, о котором мы говорили и с губернатором. Мы проговаривали это еще практически там при первом знакомстве. И мы очень рады, что это реализовано именно в таком формате. То есть ставки приняты на 3 года. По некоторым ставкам налогов есть снижение. Это, в частности, меховщики, которые выпали у нас при переходе с ЕНВД. И отрасль достаточно серьезно от этого пострадала. Многие предприятия ушли в другие регионы. Мы надеемся, что вот этот шаг навстречу их вернет. Ну и также важным очень моментом является то, что снижены ставки для предприятий производственных. В том случае, если они выполняют ряд достаточно приемлемых условий, они получают сниженную ставку налога по ОСН, именно производственные предприятия достаточно широкого спектра деятельности по КВЭДам. То есть в этом смысле принятые решения стали соответствовать, ну, по моему мниению, вообще как бы некому понятию налоговой политики региональной. Это стали не просто ситуативные решения, там, давайте примем вот так.
А в них заложена именно стратегия того, какие направления регион считает нужным поддерживать, помогать или каким отдавать приоритеты. Вот снижение ставки по производственным предприятиям – это приоритет налоговой политики в развитии производства и увеличение объемов производимой продукции. А снижение ставки по меховщикам – это тоже стратегическое решение, значит, выравнивающее их с другими отраслями и привлекающее обратно тех, кто ушел. То есть в данном случае решение губернатора носит характер, с учетом их сроков их реализации там на 3 года, именно стратегический, как налоговая политика. Мы это расцениваем именно так. Андрей Леонидович, вот вы говорите про обрабатывающее производство, да, вот про снижение ставок. Да, да. Но там есть такое интересное условие, что при условии, что если среднемесячная зарплата работника будет не менее 3 минимальных размеров оплаты труда, то есть это по нашим современным понятиям где-то порядка 45 тысяч рублей. Да. Там сейчас высокая довольно-таки МРОТ. И при том мы хорошо, прекрасно знаем, что в районах нашей области средняя заработная плата вообще везде, там 25-30 тысяч. То есть получается так, что получить эту льготу производителям, в том числе лесопроизводителям, придется увеличивать резко заработные платы, а это, в свою очередь, накладывает на них уже совершенно другие платежи. Николай, понимаю то, о чем вы говорите. В данном случае, ну, как и говорил губернатор, там, это искусство компромисса некого. Такие же условия, например, были заложены и в целом по системе УСН, и мы как раз объясняли, что они неисполнимы. И они трансформировались в то, что ставки 3,7% условий не имеют, а ставка 1,5% имеют условия 3 МРОТ. То есть хочешь вообще на минимальные ставки выходить, платить действительно повышенную по сравнению со средней областной там зарплату. Но при этом базовые ставки сохранились. Для производственных обрабатывающих предприятий вообще не было сниженных ставок налогов. Вообще не было. И это было там, ну, серьезной недоработкой нашего налогового законодательства. Теперь они появились, и мы понимаем, что в процессе дискуссии, а мы действительно много вели переговоров с правительством по этому поводу, если это действительно обрабатывающее производство, в том числе в той же лесной сфере, о которой вы говорите, то там, в принципе, выполнение требований по среднему уровню оплаты труда, ну, может быть реализовано рядом предприятий в том случае, если они захотят этой льготой воспользоваться. Видите, в данном случае мы получаем возможность выбора предприятий. Либо так, либо так. Не теряет бюджет, но предприятие может, так скажем, перераспределить свои там расходные обязательства. Андрей Леонидович, скажите, а вообще какое количество предпринимателей в Кировской области вот, все это касается, о чем мы говорим, ну и учитывая там число работников, тоже примерные подсчеты проводились? Слушайте, ну если говорить вообще о количестве МСП в регионе, то это порядка там 45 тысяч субъектов на данный момент. По плательщикам различных форм там региональных налогов это порядка, ну, если не ошибаюсь, там около 20 тысяч, да, то есть порядка половины. Ну а занятость субъектов, опять же, в сфере МСП на данный момент, по данным налоговой, по-моему, порядка 150 тысяч человек. Да, большой. Приличный большой такой класс, да. Да, это, ну, сопоставимо там с отраслью ВПК, например, да, там по, вообще по занятости и по объемам, по оборотам, скажем так. Вот. Но, коллеги, вот в данном случае должен сказать, что мы имеем место двумя факторами во взаимодействии с правительством. Это первое, это восприятие наших аргументов, значит, и определенная открытость с точки зрения обсуждения. Ну, а второе, это то, что очень приятно отметить, выполнение там тех обещаний, которые и губернатором, и правительством области были даны. Ну, то есть обещали принять на 3 года, принимаем. Обещали выслушать аргументы и воспринять. Восприняли. Я вам могу совершенно точно сказать, что в течение там некоторого времени, предшествовавшего объявлению этих ставок, были серьезные консультации по линии торгово-промышленной палаты, Минпромторга нашего, в которых произошла трансформация
тех ставок, которые предлагались изначально, и условий. Андрей Леонидович, да, простите, времени просто уже не хватает катастрофически. Но вот губернатор надеется, что многих предпринимателей это сподвигнет вернуться, да, в Кировскую область. Вот если можно коротко, вы разделяете эту позицию? Или это оптимизм? Да. Нет, оптимизм по этому поводу у меня есть, потому что с точки зрения налоговых условий мы теперь точно не в достаточно комфортном положении по отношению к другим регионам с нынешними ставками. Но я должен сказать, что, конечно, предприниматели принимают решения о территории, где они там работают, не только на основании ставок, но и на основании целого там совокупности факторов, в первую очередь отношения органов власти. Мы видим, что нынешнее отношение органов власти позволяет нам надеяться на то, что ряд предпринимателей рассматривают уже, я знаю, эти варианты. И мы договорились совместно работать с ними индивидуально над тем, чтобы они ранее принятые решения о регистрации в других регионах пересмотрели. Спасибо большое. Спасибо, что вышли на связь. Андрей Усенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Завершаем на этом программу. Николай Голиков. Владимир Сметанин. До свидания. До свидания.